Добрый день! Представляю вашему вниманию микс «Зима Шотландия». Подробная информация в ссылке под описанием. Этот микс у нас сорт крем. Начнем с вами с таких вот джеггинс с пропиточкой под кожу. Размерчик евро 42, евро 36 жакет, юбочка такая в складочку, евро 38. Джемпер Primark XS, есть небольшие катышки. Так, здесь у нас 32 размерчик джинс, толстовка с капюшоном, евро 38, джинсы, так, джинсы 32 размерчик, такие классные винтажные. Здесь у нас куртка Primark вельветовая, евро 36, юбочка твидовая, эльчика, платье Next М-ка, штапельный материал. Здесь у нас джинсы, размерчик L, расклешенные, платье, так, платьице размерчик, размерчик не указан, я думаю, что это М-очка, вельветовые брючки. Элечка, раскрашенная к низу, джемпер, элька, танковка, примарк, эсочка, джинсы, 42 размер, так, эликсель, такая вот танковочка, укороченный рукавчик, комбинезон ножки закрыты на 9-12 месяцев, платье, размерчик М, Примарк евро 34 жакет под замшу, такой вот материальчик на пуговках удлиненный, танковочка, так, танковка 92, такой вот классный сарафан евро 36, гусиная лапочка. Так, здесь у нас Uniqlo размер евро 42, евро 36 танковка, юбочка атласная, размерчик 44, такой вот классный кардиган, размерчик LXL, искусственный мех, очень классно смотрится, очень мягкий. Здесь у нас платье, размер евро 36, идет без бретелей, здесь вот у нас косточки и силиконовая такая вот вставочка. Толстовка М-ка с начесом, евро 38 танковочка, юбка искусственная кожа, H&M, размер евро 36, платье вязаное, размер М, сзади такая вот шнуровочка, юбка S-ка, платье LXL, танковка М-ка, юбка евро 44, джеггинсы ML, платье М-очка, сзади спинка так открыта немного, джемпер S-ка, такие вот расклешенные рукавчики, так, евро 36 джинсы, платье вязаное ML, брючки евро 40, элька, такая вот танковочка, как блуза, джинсы, 30 размер, элечка, танковка, юбка джинсовая, элька, так, здесь у нас размерчик не указан, я думаю, что это SM танковочка, леггинсы, спортивный трикотаж, внизу резиночки, а это брючки даже такие, да, М-ка размер, шейн. Так, здесь у нас элечка платье, такое плотненькое, не просвечивает, XS танковка, брюки, евро 40. Так, секундочку. Дальше такая вот
толстовка. Размерчик не указан. Я думаю, что это L-чка с капюшоном. Юбка евро 40 H&M. S-очка джемпер. Такие рукавчики раскрашенные. Юбочка. Размер не указан. Я думаю, что это L. Размерчик искусственный мех. Такая вот жилет классная. Зара на 13-14 лет, 164-я ростовочка, леггинсы Эска Примарк, джемпер с высоким горлом, евро 40, так, евро 36, юбочка утепленная, джемпер Элька, брючки, так, брючки размерчик. Размер не указан, я думаю, что это S-очка. Халат плюшевый, L-ка. Идет вместе с поясом. Юбочка, M-очка. 2XL пальто. Вот, удлиненное. Так, юбка XS. Евро 38, танговочка укороченная. Спортивный трикотаж, леггинсы, M-ка. Эсочка, примарка, танковка, юбка джинсовая. Размер L. Эльчка, толстовка. Толстовка S размер. Брюки. M размер. Так, здесь у нас такая вот группонча. Безразмерная. От, я думаю, M-очки до 2XL. Дальше. Такое вот красивое платье с люрексом. Так, размерчик у него евро 34-36, такой она прям супер мини. Вельветовый сарафан, размер на 10-11 лет. Эсочка, такой вот джемпер холлистер. Евро 38, юбка джинсовая. Платье евро 38. Брючки пижамные S размерчик. И также пижамная рубашка Эсочка. Джинсы евро 38 H&M, платье Элька H&M XL, такая вот футболочка в рубчик, H&M евро 34, юбочка вельветовая, XS платье H&M, идет с поясом, здесь вот такие вот разрезы по бокам. Дальше. Юбочка размер L, футболка XL, джинсы. Так. 32 размер, евро. Такая вот танковочка LXL, юбка XL, платье L-ка, юбка джинсовая 2XL, укороченная. 42 размерчик, танковка, платье, размер евро 36-38, юбочка утепленная, так, размер евро 36, такое вот платье, размерчик M, русалочка. Так, здесь у нас такой вот джемперочек тоненький, укороченный, размерчик SM, примарк, евро 40, такой вот сарафан под замшу материал, юбочка джинсовая, размер евро 34, брюки, элечка, здесь у нас такая вот танковка, элька, платье евро 36, с подкладом не просвечивает, джинсы на 13-14 лет, такие вот, кардиган ML,
XL. М-ка спортивный трикотаж, танковка. Так. Евро-38 толстовочка. Брючки с пропиткой под кожу Евро-44. Зара. Эсочка. Такой вот джемпер или даже может как туника или платье идет. М-ка жилет. Платье М-очка вязаная. Юбка Элька. Так. Элечка, такая вот футболка. Юбка Элька. Джемпер с высоким горлом. Евро 46. H&M брюки. Евро 44. Жакет SM. Так, здесь у нас спортивный трикотаж, танковка H&M, размерчик M, джемпер M-ка. Так, здесь у нас джинсы, размер 36, так, платье Евро 38, так, 30-й размерчик брюк. Танковка, спортивный трикотаж, размер L. 28-й размер джинс, твидовый жакет S-ка, юбка утепленная, размерчик ML. Так, здесь у нас размер Евро 38, такой вот жакетик, тянется хорошо. Так, здесь у нас L-очка. Такой вот тоже жакет, плащ тоненький. Леггинсы М-ка, S-ка, толстовочка. Юбка искусственная кожа Евро 38. Здесь у нас пиджак. Размерчик, я думаю, М. Дальше брючки с пропиткой под кожу Евро 32 размер. Кардиган искусственный мех здесь на 8-9 лет. Идет с поясом, очень мягкий, приятный к телу. 2 XL, такое вот как пальто тоненькое, тоже на, с поясом. Так, здесь у нас XL, такой вот джемпер. Внутри капюшона плюш на замочке. Куртка. Искусственный мех на капюшоне, внутри плюш. Размер M. Так, дальше. Такая вот шубка. Искусственный мех. Очень классная. Очень мягкая. XL размерчик. Здесь есть небольшой дефект. Здесь вот как вот подпален немножечко мех. А так шубка вообще очень классная. Платье размер M. Брючки L. Платье Евро 38, в рубчик такое удлиненное, танковка с высоким горлом, Евро 40. На 10 лет платье, такое вот, вязаное с коротким рукавом. LXL джеггинсы, М-ка платье с поясом. Здесь у нас Евро 38 платьице, шифоновое с подкладом. Евро 38 джемпер, брючки размер, так. Евро 34, М-ка жакет, брюки размер LXL, спортивный трикотаж, танковка, размерчик M, джинсы Zara, Евро 38 расклешенные. Юбка Евро 42, такая у нее под замшу, да, материал. Эсочка,
такая танковочка, леггинсы на 12-13 лет. Такая вот толстовка с капюшоном, размерчик XL, 2XL. Элька джемпер на пуговичках. Юбка с пропиточкой под кожу. Евро 32. Евро 38 танковка. 26 размера джинсы с необработанными краями. Джемпер LXL. Евро 38 юбка джинсовая. Евро 40 платье. Так, здесь у нас эмочка ML платье, плечики открыты. Такой вот жилет классный. Next. На пуговку вот здесь вот застегивается на 2-3 года. Искусственный мех. Так, XS джинсы. M танковка. Евро 36-38 юбка. Здесь вот у нас искусственный мех идет. Это, скорее всего, у нас как пончо, наверное. Эсочка. Вот. Или может это платье такое. Вязаная. Вот. Так, дальше. Пальто. Размер SM. Здесь у нас комбинезон. Евро 42. Куртка. М-ка. Стеганая. Здесь у нас куртка с капюшоном. Размер. Размерчик S. Такая она демисезонная. Искусственный мех на капюшоне. Куртка стеганая. S-очка размер. Такая очень классная. С капюшончиком. Так, здесь у нас искусственный мех внутри. Здесь вот тоже все в искусственном. Искусственный мех. Размерчик M. Такой вот как дубленочка. Так, дальше. Это еще не все. Также в лоте есть вот такие вот носки. Такие вот с вышитыми монстрами. Какие-то подростковые, наверное. Так. Вот такие вот носочки новогодние Coca-Cola. Здесь вот тоже такие носочки. Уже утепленные. Так, дальше. Вот такой вот слюнявчик. Галстук. Тоже очень классный. Здесь собачки нарисованы. Колготки. Наверное, 70 ден. Здесь вот не указано. Размер, может быть, даже 60. Вот такие вот. И еще одни тоже такие есть. Размерчик примерно, я думаю, SM. Такая вот шапка мужская. Такие вот еще тоже колготочки. Они в упаковке, но, к сожалению, тут тоже ничего не указано. Ни размер, ни сколько ден они. Такие прям серого цвета. Наверное, даже как детские, что ли. Такие прям коротенькие. На подростка, наверное. 50 ден, я думаю. Такие вот фоточки. Дальше. Вот платочек легкий, палантин теплый, очень мягкий, такой вот тоже теплый палантин, прям очень теплый и мягкий. Здесь тоже очень мягкий палантинчик, вот яркого цвета. Такой вот шарф, палантин. Красивый очень.
Также еще есть вот такая вот Primark Baby. Что это? Тоже, наверное, слюнявчик вот такой вот. На 6-9 месяцев написано. И вот такие вот еще есть тапочки. Очень теплые. Такие вот, наверное, это мужские. Размерчик у них... Так, размер не указан у них. Я думаю, наверное, это 41, может. Так вот, примерно. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.